камбэк. Экспорт эмоций каждый день. Зрелищные трансляции. Лава турниров. Взрывные коэффициенты. Горячие бонусы. Быстрые выплаты. Играй, смотри, ставь с огнем. Первая карта закончилась достаточно предсказуемо, но не за горами вторая. С ним по-прежнему WD и Злоба. И мы продолжаем следить за Vulcan Bad Fight Series. Сражение за 10 тысяч долларов. Да. Немига против команды Фузумерс. По первой карте реально. То есть явный фаворит и явный аутсайдер. Шансов никаких. Там было пару моментов, но это больше было, знаешь, из рода Немига позволило на себе сделать парочку фрагов, потому что слишком нагло начинало играть. А так, в целом, было. Перепикали, переиграли. Я не знаю, просто Квапа на миде СФ стерла, салат, да. И стерл потом всю карту. Ну, вообще все круто. Тимбер идеально зашел как пик. Там 0.8 у ДК, он не знал, где ему вообще найти место по фарме, потому что куда он не улетал, туда прилетал просто Тимбер, один контроль, и он его спиливал за 2 секунды. Постоянное перемещение между линиями, действительно, об этом тоже ребята не забывали. Да. И все действовали действительно максимально эффективно. И если сейчас, по идее, не расслабится Немига, то, я думаю, это легчайшие 2-0 должны быть. Ну, по крайней мере, я этого ожидаю. Обширный пул Немиги, очень круто играют они агрессивными персонажами, они идеально подходят под эту мету. Вот все метовые персонажи, все метовые герои у них в их пуле имеются, они ими очень эффективно пользуются. Вроде бы пытались тоже агрессивный пик набрать и Форзумерс, но так классно реализовать они его не смогли. Пару пиков неплохих было, но в целом, я говорю, это на игру не повлияло никак. Ну а начинается все так же с бана Void Spirit. Решили, что в принципе все нормально, поэтому продолжим точно так же работать. Ну и здесь я тоже думаю, что ребята из Форзумерс вряд ли будут демонстрировать что-то прям неординарное. Также Ликан, какой-нибудь Чен. И поехали по накатанной. Ну, Немига могут сейчас, в принципе, и поэкспериментировать. Почему бы нет? То есть взять каких-нибудь героев, которых давно хотели затестить, например. Попробовать новые стратегии. Да. Вариант такой имеется, конечно. Пока у вас есть преимущество в одну карту, почему бы этим не воспользоваться? Тем более, карта досталась настолько уверенно, что это... Это, наверное, рождает определенные мысли в головах у Немиги. Но пока забанили Ликантропа, забанили Инчу. Шейкер также не понравился Зумерсам. Эхо Слэмы были нормально. Да. Вполне себе. Ну и Фиссуры, опять же, да, издали, постоянно тебя Конечно. Цепляют. Ты сделать с этим ничего не можешь. И потом это просто залетает куча демеджа, который ты не переживаешь. Именно так. Ну и что в ответ? Тимбер, интересно, подбанят они в итоге? Ну, возможно, кстати, да, закрыть еще его. Ну, банив, забанив этих персонажей, ты открываешь варианты на других героев. Конечно. Шейкер не самый, опять же, метовый, там, популярный, что прям в каждой игре. Поэтому... Снова есть, кстати говоря, Queen of Pain. Конечно. ФП еще за ним. Мне кажется, Немига Квапу должна забирать на ФП, потому что, ну, давать ее не стоит. Это верно. Здесь Фузумерс нужно. Сильный герой. Либо банить, либо, ну, Немига ее заберут практически наверняка. Если только что-то другое они не придумали там. Победить что без Квапы. Что может быть лучше Квапы? Просто они придумали победить без Квапы. Как этот себе. Челлендж, да? Челлендж, да. Совершенно верно. Также неинтересно без челленджей. Ну, я думаю, вполне интересно. Быстренько две карточки по 20 минут и своими делами дальше заниматься. Вот как мы и говорили, Тимбера все-таки подбанили Зумерса. Ну что, Немига отдаст ли, отдадут ли Квапу, либо сами ее себе заберут? Я бы на их месте забрал на ферст пик. Это отличный ферст пик. И Квапа тебе открывает много вариаций. Ее можно в теории там даже и на тройку посадить. Можно. В хардлайн, почему бы и нет. Но лучше всего она себя раскрывает именно на мид позиции по центру. Конечно, тем более мы только что видели отличную реализацию. И как бы два раза повторить примерно тоже вряд ли что-то помешает. Прям серьезно. Так что это Квапа. Тут, в принципе, без особых проблем. Раскусили мы планы Немиги. Чем теперь зумерсы ответят? Марс Феникс, что-то такое из классики попробовать забрать? Может быть. Здесь, конечно, вариантов опять же много. Могут попробовать, как сегодня показывали команды Empire, там Oracle какой-нибудь. Shadow Demon. Shadow Demon до сих пор не забанен. Его можно забрать, почему бы и нет. Как-то позабыли про него вот в этой паре. Если прошлое Best of 3, там каждой игре его банили, здесь пока вот как-то игнорируют совершенно этого героя. Ну, пусть так. Пусть так. Ну, задумались Форзумерс. Есть о чем подумать на самом деле.
Много таких метовых персонажей все еще есть в пике, в пуле. Легион Каришуля. Так вот начать. Не самый обычный старт, Ну, но... неплохой контроль на квапу, что могу сказать. Но опять же, для этого легионке нужен фарм. Там, дагер, по крайней мере, ПТ дагер там, я не знаю. Пару брейсеров. Что-то из этого. Потому что если она будет прыгать на квапу и умирать, это не совсем то, что хотелось бы видеть. И снова Скаймаг. Ну, такая, знаешь, комбина. Ну, по классике. Дуэль, да, ульта Скаймага, вот вы любого стираете, мол, за нее плюс хороший сайленс, опять же, печать. Квапу ловить, все отлично, все здорово пока что у зумерсов, но у них все здорово казалось и в предыдущем пике. А вот и Shadow Demon, тот, о котором я говорил. Но не мига совсем по грязи проходится. Ну, то есть нам отдают, как бы мы берем. Мы люди не гордые. Зачем нам выдумывать что-то, если за нас уже все придумали? Это идеальный подсейв как раз против легионки. То есть какая бы инициация ни была, ты всегда спрячешь, подсейвишь и на линии очень сильный прогоняешь за счет своих печатей. Не проблема. Банится Бесмастер, чтобы не было дополнительного стана, хотя вроде бы уже есть легионка, и появление Бесмастера было бы немного странным. Ну, линия легионка Бесмастер, в принципе, неплохая. Почему нет? То есть легионка может пойти в 4, без стана 3, или наоборот, как там больше нравится. Может быть. Вряд ли это было бы хорошо для Легион Командер на четвертую позицию вставать. Но с другой стороны, почему нет? Банится Урса. Стороны Фозумерс. И Понимаешь? что, они Феникса хотят взять? Но на Феникса еще есть управа. Если потребуется. Но тем не менее Урсу вот как-то вспомнили. Пока что он не появлялся сегодня, сегодняшним игровым днем. Ни первые три карты, ни предыдущую. Но вот решили, что он и не появится, видимо. Посмотрим, что хотят взять зумерсы. Венга вообще. Интересный момент. Ну, такие агрессивные опять персонажи. Персонажи, знаешь, подраться на линиях. Но как-то тонковато снова. В ответ классический Тускар. Но действительно, Vengeful Spirit это не самое привычное зрелище и весьма уязвимое в этом вопросе, поэтому действовать придется осторожно. Там Тускар закатывается, Валрус Панч и пиши пропалом. Но ответка от Фузумерс. Пора показывать Кэрри, героя по идее. Какого керри ты здесь хочешь? Гирокоптер не зашел в предыдущем матче. ПЛ. Ну, как вариант. Но Клопа, опять же, она неплоха на старте против Фантом Лансера. Но самый очевидный вариант под ПЛ. В общем-то, однако Рикимару, вот я о Рикимару. нем подумал тоже, да. Противненький персонаж такой. Определенно, но снова танковато. Это да. С другой стороны, вынуждает, опять же, постоянно тратить ресурсы на него. Это досты, это сентри бесконечные. Ну и гем там, возможно, где-нибудь появится в дальнейшем. И в ответку появляется Луна. За Луной мы сегодня уже посмотрели. Один раз выиграла, один раз проиграла. Ну, проиграла по понятным причинам. Там ее, если вы смотрели, то, в общем-то, можно не объяснять. Если не смотрели, там, в принципе, на линии Луну уничтожили, и сделать она ничего не смогла в дальнейшем. Можно посмотреть это в записи. Команды Family против команды Empire Hope. Но тогда сильный хардлайн был против Луны, то есть есть очень тяжело стоялось. Там как раз Легион Командер Да, была. легионка, но здесь слабовато это в этом плане. Плюс есть Shadow Demon. Shadow Demon под Луной это старая связка. Старая добрая. Ну и Last Ban. Сейчас, по идее, нужно какую-то тройку убирать. Из тех самых троек остался как раз Марс, Кентавр. Опять же, вспоминаем их постоянно. Потому что пока в основе своей они именно появляются в этом ключе. Ты имеешь в виду для Немиги? А, да. Так что тут Клок еще есть. подумать. Ну, Клокверк. Почему нет, в принципе? Все в руках у Немиги, опять же.
Они Может, могут Слардар все, все что угодно. Слардар? Вау. Чисто под Рикимару. Ну да, там меточку повесил. Баунти Хантер. Ну это совсем грязь. Ну ждем-с. 10 секунд. Фузумерс. ДК внезапно вспомнили. Ну, сразу банится Бруда. Недолго думая, и забирается в Фурион. Mm. Ну, такой пик, конечно, агрессивный очень. Mm-hmm. Фурион наконец-то добрался до пиков. Банили его, банили. Этот раз он смог себя показать. Ну и ласт пик от команды Фузумерс. По идее, должен появляться мидер. Сейчас против Квапы. СФ мы уже видели, не получилось. Кто еще? Времени дополнительного нет, думать нет. Кларка, может быть, какая-то. Энигма. Энигма. А кто в мид? В мид Легион Командер пойдет. Если они не свапнутся линиями и будут играть, в общем-то, так, теми же. И что у нас получается? Гунар в миде на Легионке, да? Получается, что так. Против Квапы, да? Да. Угу. Понимаю. Я не очень понимаю. Типа, ну, Press of Attack, там скинул с себя кортик, стоишь, кайфуешь. Тебя бьют, а ты кайфуешь. Рикимару. Пятерка у него будет. Хаски, я так понимаю, да? Или Оушен? Кто у них там на пятерке играет? Я уже как-то позабыл. Хаски играет на пятерке. Он играл на кипере до этого. И Оушен, Энигма, Хардлине. Да, Манкис на Энигме. Что же, пожелаем удачи команде Фузумерс. Напомню, уже Немига забрала себе первую карту за 26 там, минут, по-моему, без особых проблем. И вторая карта, которая и решит результат группы. Ну, хороший блокол здесь тяжело будет дать, пока не появится БКБ. Не позволят, конечно же. Ну и максимально заточенный у Немиги пик на то, чтобы быстро закончить. То есть Луна наберет там какие-то... стартовая какую-то скорость, да, если у нее все хорошо пойдет на линии, плюс Nature's Profit, Астрал будет постоянно из Луны вызывать этих иллюзий, которые очень сильно бьют. В общем, пока что смотрится опять как катка на 20 минут, я не уверен, конечно, но может быть. И затянется на подольше, посмотрим. Скоро узнаем, потому что Легион Командер в мид — это действительно то, что мы видим критически редко, по понятным причинам. Ну вот здесь решили попробовать. Опять же, та самая североамериканская дота, про которую мы уже вспоминали на старте. Да, ребята не боятся экспериментировать. Они понимают, что, в принципе, их уже маршрут практически закончен на этом турнире, наверное. И почему бы не попробовать то, что вы там давно где-то как-то планировали. Прилегли отдохнуть, ребята, перед началом. Ну что ж, пожелаем удачи, конечно. Что остается делать? Помним, что Фузумерс вышли на ФБ в пятером на первой карте. Здесь вот пока не стали повторять подобный эксперимент. Отправляется 2-1-2. Но вот тут репла вижу от команды Немига на верхнюю линию выходит. Такая халява! Такая халява! Халява. Мы видим, что Монки сосед поподлиннее, чем у остальных. А-а-а. Нормально вложился уже в компендиум. Хорош. Ну и встреча произошла. Небольшая. Тускар так посмотрел на Рикимару. И отошли обратно. Здесь Тускара, в принципе, могут попробовать ее подловить. Если захотят. Пока он тут один. На этом берегу, по крайней мере, он один. Ну, Фервина попробуй еще зацепи. Не такой уж тонкий персонаж. Это да, 660 здоровья. Пойдет. Итак, отгоняет чисто от Баунти Рун. Но вообще Рикимару может попробовать настроиться, позвать кого-нибудь товарища, чтобы можно было, если что, на блинк-страйке уйти. Ну, Форзумерс в миде, кстати говоря, варда не имеется. Поставили снизу сверху на хардлайн и на изи-линию. Это да. А в свою очередь Немига закрыли мид. Ну и вот они коэффициенты. 3.79 на Фузумерс уже. Да, неприятные кэфчики. Что поделать? Результаты первой карты усугубили положение. Ну а здесь
50 на 50. Баунти руны по 2 каждой команде достается. И вот он мид. Одна игра у Гунара на легионке. И она была проиграна. То есть сейчас можно сделать винрейт 50%, по идее. Именно. Самое время, я думаю. Пора начинать, да. Чуть-чуть лучшая ситуация для Молоджула. О, а, кстати говоря, скрим прокачал Молоджул. Ну, типа, что кортик будет снимать, мол. Да. Почему нет? В принципе, не но гонится. Легион компрессов атак-то не вкачал. Ну, он-то этого не знает. Ну, он мог подождать и посмотреть. Мог. Ну ладно, в любом случае переиграли друг друга, передумали. И пока что вот не получается восхитить ни тому, ни другому. По 1 на 0. Ну и скрим позволяет добивать крипов, наверное. Такая задумка была все-таки. Не очень приятно. Большая тычка у легионки, там под 70 плюс топорик. И, видимо, для этого Молоджул взял в первую очередь скрим, чтобы рейнджа законтролить, чтобы законтролить там по максимуму крипов из пачки. Вполне возможно, потом что потом уже этого возьмет кортик, начнет его как бы харасить. Никогда не поздно, как говорится. Верхняя линия. Луна против Рикимару. Пока что никто особо не вырывается вперед. Тут 4, там 4 крипа. Разве что чуть больше донаев у Рикимару, не мудрено. Ну и подмога, там, знаешь, кэрри развлекаются на линии, саппорт развлекается рядом в лесу. Ну, здесь, правда, не по-честному развлекается. Оушен-то на пару с Хаски пришли. ШД там один, похоже. Нет, ШД не один, кто-то еще Тускар должен побегать. 3 в 3, как в старые добрые. Ну, о том. Трипла на триплу стоим. Конечно, проблема, что здесь рейндж очень приятный для и Скаймага, и Винги. И в итоге они этого Ферви нагоняют. Еще конкасив шот закидывают. И самое интересное, что снизу у нас тоже Энигмята, да, дерутся постоянно. С интами, да. Нормальная тема. С пеньками, чисто. У того подмога есть и у этого. И в итоге видим крипстат 8 на 8, 7 на 6, то есть и крипов много, и донаев много. Своих не забывай донаить. Ну, самое страшное в том, что Квапа опять себя чувствует, как у себя дома. В этом вся проблема будет команды Форс. Это да. Фазумерс тут могут опять же погореть за счет Квапы. Молоджул уже доказал на первой карте, поэтому на второй к нему должно быть более пристальное внимание. Ну и плюс он в два раза перевосхищивает сейчас Гунара. Тоже аргумент. Поэтому какие-то смещения возможно. Опять же, Винга какая-то прийти, Скаймаг прийти. Чтобы опять же прогонять Молоджула от крипов. Но пока они заняты триплой на верхней линии. И помочь ничем не могут. С другой стороны, видим, что хотя бы левел у Гунара повыше. Где-то да обходит он его. Так, лапу. Ну, в целом, тут 50 на 50 пока что. Такой фарму доту решили сыграть на старте оба коллектива. Никто особо не дерется, даже учитывая, что стоят трипла на триплу. Там опасно выходить, если ты подставляешься под тактим, то там сейчас ты быстро добираешь. Сейчас не хватает, знаешь, вот этой трипле на триплу, как в старые добрые. ШД, Луна и какая-нибудь Лина. Лина? Ну, раньше такие трипли были Лина, либо лишь Рак. Типа ШД прячет, кидывает Soulcatcher, тут же стан прилетает, бим сверху, и никто не уходит. Есть такое. Мирану еще любили. Конечно, она не всегда хорошо вписывалась на четвертую позицию. Нас показывали уже Мирану сегодня. Так, куда телепорт нас сделал? На базу? Угу. Остановить. Забрать себе итемы и вернется обратно сейчас на своем ТП. Инвиз заспаунился на топ-руне. Можно его забрать. Квапа вроде посматривает. Да, Квапа в этом плане, конечно, персонаж шикарный. То есть она... Именно поэтому один из сильнейших мидеров, то что контролить руны ей, ну, очень. Когда есть блинк, ты на блинке улетишь, вот и первый фраг, наконец-то. Разбалат на Venge Full Spirit. На поделили золото, правда. Но ничего не поделаешь. Тем не менее, фраг есть. И уже можно начинать давить по линии, показывая свои преимущества. И Молоджул тут тоже этим пользуется. 26 на 0. Ну, сейчас скоро у него будет ультимейт, и, наверное, на этом песенка Гунара будет спета, по идее. Возможно, возможно. Ага, вот как раз прожал инвиз. Ну, нет, у него пол-левела еще не хватает. А, за руны пошел. Хочет забрать у них руну... Богатство. Да, и еще там подловить, возможно, например, того же самого, ту же самую Энигму, выйти сейчас вполне, на нее. Вполне, вполне. Нет, тут All the Chosen One Blightstone. Чисто такие пеньки против Энигмят. Летают, дерутся. Обратно возвращается, но в ответ, посмотри, Гунар пошел забирать их рун.
хоть что-то пытаются здесь выжить, конечно, иначе прям совсем грустно будет. Но, видимо, получается, что, по-моему, вообще ничего не получается. Забирает таки, да. Хотя бы так. У Гунара есть уже 6 уровень, есть дуэль, но чтобы ее реализовать, нужна подмога какого-то персонажа. Сол он, конечно, Ниму не возьмет. Здесь тоже шутэп получился у Маладжила. Есть таки Sonic Wave, но пока фулового, понятное дело, Гунара тяжело особо пробить. Не повыдаешь. Все-таки 1100 хп, я не знаю. Возможно, стоит просто телепорт нажать, там куда-нибудь прийти на трипл, там разобраться. Но Балджу пока что стоит на фрифарме, поэтому никуда ему ходить, конечно же, не хочется. Команда, в принципе, не проседает ни на одной линии. Поэтому его помощь, в его помощи особо никто не нуждается. Это верно. Можно спокойно стоять дальше, добрать себе уже какие-то артефакты, парочку. Единственное, что... И двигаться дальше. Нефрит по левелу немножко проседает, в отличие от Рикимару. Это верно. Гораздо больше времени проводит рядом со своими саппортами. И это сказывается в этом вопросе. Ну и вот они, нетворсы. В принципе, кто-то особо не вырвался. Квапа, да, 2700. Луна также 2700. И после этого отставание в 300 золотых идет. На что-нибудь возможно, конечно. Страшная цифра, но как Квапа вообще раскачивается? Можно посмотреть? Через скрим. Третий скрим, один кортик. Угу. Так, телепорт пошел, дуэль, возможно, сейчас реализует Гунар. Ну, а на кого? Такое себе. Ну, он отличная цель, например. Ну, Ферви, ну ты сколько времени ты сейчас потратишь на то, чтобы его догнать? Стан будет от... Ой, под тавры сейчас, в итоге Гунар никуда ТП сделал. М, да, действительно. И шагает обратно. Легион Командер как-то не дали сделать этот фраг. Ну, четко все сделал Тускар, то есть подставился по тауэр. Понимаешь, что за ним бежит Гунар, и он сейчас будет пытаться сделать на нем дуэль. Mm-hmm. Лучше уж погибнуть так, чем отдать плюс дэмэдж. Это действительно так. Ну и теперь Квапа еще более вальяжно на медленнее постоял. Да, да. Еще заработал себе кучу денег. Тут и Фурион на фрифарме, понимаешь, это тоже очень мобильный персонаж. Сейчас быстрый стартовый себе возвраточку возьмет. Там, что он там, Владимир собирает или что? А вот и сами бой на Рикимару. Хороший винрейт. 66. 2 из 3 выиграл. Нормально, нормально. Осталось 4-ю выиграть, и вообще хорошо. По лесам здесь ходит. Ну, пока что поймать его не получается, поэтому позволяет себя. Сместились на нижнюю сторону. Здесь просто перезахват аванпоста зачем-то. Как на Гунаре получается. Да, Sonic Wave. И еще Хаски подошел. Ну, такая идея себе была. На 8-й минуте забирать аванпост. Зачем? Я бы понял, если бы там было, например, в районе 10-й, там, знаешь, забрал, чтобы не успели получить экспу какую-то. Типа того, здесь же просто халява для Квапы. Санебой. Пока что без ультимейта, он может и не уйти отсюда. Ну, что ему? Tricks of Trade, а дальше бим. Очень много стаков. А, там стаки. Очень много стаков. 4 сейчас будет стака, он его лопнет просто-напросто. Ну, стики есть, прожимает, правда, до конца нефрит идет, но забрать не получается. Гунар опять ТП в никуда. Снова в никуда. Зацепить никого не получится. У Астрала нет, кстати говоря, дисрапшена, но сбивает бим. Ай, курьера потеряли, там капли были. Немножко недопес. Ну такое, Гунар типа бегает по всей карте, что-то пытается сделать. В этот момент Малджоу стоит на полнейшем фрифарме. У него опять будет орч, наверное, минуте на 13-й. Снова подставляется Тускар немножко. Там на нижней линии, я так понимаю, через Black Hole забирали. Да-да-да, ну и не уйдет отсюда Манкис. Еще и... Ой, а-а-а-а-а-а. Неужели? Да что, Зулан? А зачем? Уходит. Вот так вот. Зачем подставился здесь Фурион, непонятно. Мог просто отходить, ты же видел, что у тебя Малджоу тэпается, и он в любом случае заберет. Энигму. Ну ладно, бывает. Недооценил Эйдолонов и был наказан. Ну, это приятный фраг, тут же выход. Смоках вот наконец-то в перспективе первая дуэль, наверное. Еще и... В Астрал надо только давать. На Астрал, только не на Луну. Хорош, хорош Астрал, отличная реакция, но догонит в любом случае Гунар, у него очень быстрый МС, правда есть. Ну что, будет дуэль? Ну как же он хочет дать эту дуэль? Жесть. Как же он ее хочет сделать? Хоть одну за 10 минут. Ничего не получается, увы. Тут уже Квапа прыгает дальше. Развлекаемся, Манкис, вылавливаем шарды и минус. Да, начинается доминация от Малджоу. Скачет по линиям, убивает людей, пушит. Понятное дело, с Фурионом это не проблема вообще. Его можно одного оставлять и идти дальше. Но вот Луна пытается постакать немного себя. Да, вот единственный момент, что Луна немножечко медленный персонаж в этой всей истории.
Так, нападение на ШД. Ну а что толку? Ты ему ничего не сделаешь. Снова опять Гунар бежит. Ну, хорошо. Забирает хотя бы стрелами, хоть что-то. Стаки нашли. Может быть, с этим что-то сделать? Подтягивается уже команда. Лучше ничего с этим не делать. Лучше просто уйти. Значит, ты будешь трупом. Но пока что Гунар хоть и дуэль не дает, но все-таки хоть какая-то польза от него есть, да? Это верно. Смещение также происходит все-таки, и часть урона он вливает. Возможно, убивает не тех, кого хотелось бы. То есть у нас пострадал Астрал. Но... Да, два раза что-то демона забирали. Да. Но Луна из-за этого себя тоже чувствует не как будто она на фрифарме там. Ну слушай, 4600 у нее на вторая стака. За счет стаков все хорошо у нее, конечно. Это да. Что ж, вышка снизу сломлена. Для Фуриона это не проблема вообще. Ну, мне для драки хочется хотя бы сейчас манту, например, получить, да? Сверху там БКБ хотя бы. Тогда уже что-то можно выходить, хоть какие-то там драки оформлять. Это да. Пока что падает Пурсман Щилд. Пойдет последний артефакт первого тира. Первого разряда. Ну и продолжит фармить спокойно. Луна в лесах. Квапа на линии. И, в общем-то, играют до вот появления своих артефактов. Ну, Купа это орчит. Лун как-то отметил, это манта, скорее всего, будет. И пока все по плану команды Немига двигается. Да, там вроде бы счет 5-5, технически равный. Но топовые нетворцы за Немигой. Да, только 11-я минута. То есть начнется вся движуха где-то минуты с 15-й, когда уже получишь ты... Болджер там себе, у него будет торчить нападение на Фуриона, тут возвратка, попробовать возвратку, Луна, стреляй, подставляется, пытается подсейвить, есть дуэль, и Луна, ультимейт будет или нет? Луны нет, у Луны нет ультимейта, не прокачал на 7 уровне. Возможно, не вкачал просто. Ну, да, не вкачал, я и говорю, на 7 уровне, в итоге сейчас только из-за этого погибает Тускар, а так бы Луна там бы всех расплющила, ну ладно. Подпушили, можно еще не отпустить здесь Monkeys Forever, поставляется также Хаски, Гунар хоть что-то пытается сделать, просто атак возможно даст, Black Hole, посмотри там далее. Но сбивается Black Hole, Молджера пофиг по барабану, но, слушай, вот ульта. Ультимейт. Monkeys Forever разбирают в итоге. Ну, упала почти вся команда, плюс Т1 Tower, очень много денег выиграли в этой драке. Дуэль не выиграна, так что пока все, опять же, по плану коллектива Немига происходит. Вышку забрали, можно попробовать на Т2 даже выйти, по идее. Бояться толком нечего. Black Hole снова отдали. Все убежали. Вряд ли кто-то будет дефать. Да, легионка-то без демеджа, это так себе персонаж, если честно. Mm-hmm. Какая бы она полезная ни была, но когда у нее нет дуэлей... Тут еще проблема, смотри, в чем. Что легионка без дуэлей, это ладно, если это третья позиция. Здесь-то это еще и мидер. Mm-hmm. Здесь ты от него ждешь гораздо больше эффективности. Ну, а что он может сделать? Он вроде побегал, попрыгал, попытался, но контроля как такового нет. Не получилось, не срослось. Шоколад ни в чем не виноват, получается. Пацан к успеху шел. Это да. Ты бы треснул мипа? Ну, я по мипа чемпион, между прочим. Понимаю. Ну, пока ждем проблемы у Shadow Demon'а. Тоже у нас что-то отключаются. Казалось бы, пинку Фазумерс должен. Интересно, вот 10 очков, да, за мипы дается в компендиум тебе? Я думаю, что нет. Чтобы это можно было жестко обузить. Конечно. Дискорд лагает, пишут еще. Угу. Ну, мы никуда не спешим. Это Дискорд, как бы. Угу. Такое часто с ним происходит. Я вообще не понимаю, ну, почему многие любят сидеть в Дискорде. Я лично люблю TeamSpeak, я считаю, что это топ. Никаких лагов, багов, все отлично работает. Никаких робовойсов и так далее. Это верно. В плане звука, конечно, TeamSpeak пока что. Ну, возможно, я не сидел на платных, знаешь, серверах Дискорда, где там же разное есть. Может быть. То есть платишь, если то тебе Discord, лучше канал. Ты знаешь, он, наверное, просто удобнее, чем TeamSpeak в плане ну, некоторых типа, серверов. Ну, типа, да, там целая комната, там да. Можно и переписываться, и картинки скидывать, и что угодно делать. Да. Более, так сказать, user-friendly интерфейс. Так, да. Возвращение ШД. Ну, я думаю, будем сейчас начинать продолжать. Вот только мы смотрели, вроде бы более-менее равные. Вот одна драка на верхней линии. Т1 еще забрали, уже 4000 перевеса. 4000 голды, а это на 12 минуте. А итмов-то еще своих толковых Немига не получила. Это да. Хотелось бы. Сами бой на нижней линии пытается там выйти.
А, причем он без диффузов, судя по всему, собирается играть. Также что там, кстати говоря, у Queen of Pain? Но он понимает, что Куапы будет быстро эрчить, поэтому ему диффуза здесь не нужны, ему нужна мант. А у Куапы-то хочет буквально 600 плюс-минус голды. Очень ну вот быстро. Ему, получается, летит квартстаф там у нас. И остается только рецепт. После чего можно, опять же, бегать, прыгать, убивать людей. Все по классике. Фурион, Мека на подходе. Да, вот такого Фуриона ты не хочешь инициировать, который с возвраткой, с Мекой. Кажется, вроде худенький персонаж должен быть, а нет. 1300 хп, армора куча. Потихоньку продолжает разбираться. Попытка прыжка. Молоджул разворачиваться, сам начинает отбить. С удовольствием. Давай подеремся. Ну нет, на самом деле, эта драка бы для него плохо закончилась. Там неподалеку, конечно, был Тускар, но все же там под смок-скрином можно и не уйти. Под смок-скрином, да, мог бы и погореть. Но в итоге, опять же, все заканчивается тем, что спокойно фармит Луна, спокойно фармит Квапа. И все заканчивается для команды Немига продолжением реализации их плана. Но появляется-таки у Легион Командер Брингдагер. Возможно, это как-то изменит ситуацию, но ребята сразу решили пресечь подобные волоски и сами выходят в атаку. Кстати говоря, Луна собирает себе доминатор и в статы пошла. Ну, доминатор — классический стартовый артефакт в этом вопросе. Тоже, кстати, смоук, но кто же найдет первым? Там Энигма на передовой. Ну и батят на Луну вроде как. Ну да, нашли Энигму, заберут ее. Без проблем. Легчайший фраг, в свою очередь пытались там что-то наверху придумать, но тут Фурион тут же улетает и забирает Т1, все вместе делают. Как мы и сказали, пик на пуш тоже великолепный у команды Немига. Поэтому каждый фраг будет заканчиваться примерно этим. Смог прожали, конечно. Ну, слушай, здесь Тускар, в принципе, в опасности, но... Опа! Ой, Квапа, какой, да блин, и не цепляет. Ну, догонит. Будет все-таки дуэль, и это приятный фраг. Ну, вот тебе и блинки на хайграунд. Ну что, попробует кого-нибудь подцепить. Гунар как раз-таки на передовой, ловит ультимейт. И пошел фокус, однако. Сразу же свич. Не отпускают и заберут вингу только. Остальные вроде как убегают. Хотя Фурион... Фурион прожимает ультимейт, но Гунара там добить не получится, это 100%, можно наперед на опережение прилететь. Летят, забирают сами боя. Кстати говоря, Рикимару забрать здесь даже поприятнее, наверное, чем Гунара будет. А там блин страйк, и он уходит. Ну будет сейчас... Заканчивается. Закрыть даст, можно было, все. Но там в любом случае есть топорик. Даст был Фуриона. А, второй, все понятно. Но... Подготовились. Да, такое себе, конечно, Квапе так прыгать нельзя. Типа на ХГ. Понятно, что на свой. Но на карте никого не было. Ну ладно, это в теории мелочь. Опа, регенерация Black Hole. И за что Злан тоже подгулял немножко. Ну, вот напоминает, да, предыдущую карту. Тоже непонятные смерти какие-то за какую-то регенерацию, зачем. Ну теперь знаешь, что нет Black Hole. И Квапа уже готова. Летит Квапа. Показывайте мне соперников, но их тут четверо. Оушен там выбирает себе, в лавке стоит, что купить. Но тут на троих прыгать не хочется, если честно. Это верно. Знает ли только, что там трое? Вот вопрос. Нашли, сноубол, выиграл пару секунд, но понятно, дело нет. И минус Тускар. Ну, непонятное что-то совсем творят Немига. То есть, что это такое? Зачем вы 2 в 5 пытаетесь заходить, кого-то пикофать? Ну, пока ваши тиммейты в таверне, просто пофармить, побейте крипов. Расслабились, возможно, опять-таки. Типа у нас все нормально идет, 11 фрагов набили. Но на этом, конечно, останавливаться не стоит. Луна все это время фармит, понятное дело, но все равно. Лишние фраги отдавать явно ни к чему. Это да. Ну и что там у Луны, кстати? Понятное дело, там был доминатор, я так понимаю. Dragon Lance уже. Доминатор. И дальше что? Ураганная пика. Плохо. Будет выбираться из-под всяких смокскринов неприятных. Прочими неприятностями избегать. Будет ли собираться вместе сейчас? Чтобы куда-нибудь выйти. Опять же, Квапа очень хочет, я так понимаю. Но уже такое ощущение, что потеряли инициативу ребята из Немиги. Вот этими парочкой смертей. Всего 5000 голды ведут. Ну, тем не менее, пока держатся. На первых позициях. Все три игрока. То есть и Квапа, и Фурион пока еще, да. Не выбиты соперниками.
Поэтому ждем дальнейших действий с их стороны. Все-таки пока вот чуть не реализован был куда-то, какие-то выходы. Но все не оборачивались смертью команды Немига. Байтит на Рошана, я не думаю, что они будут его забирать. Хотя заходят, Нефрит с Волком. Ну, падает быстро, кстати, Рош. Там у Энигмы нет блокхола, насколько я понимаю. Не знаю, сколько до него остается, но хорошие стрелы. Фервин проседает, танковать ему больше, он больше не в состоянии. Волка тоже прячет, чтобы на всякий случай не забрали. Не знаю, будет ли врыв. Что там у Энигмы по блокхолу? Сколько секунд остается? Там 40 где-то еще, 53 вот. Сноубол, выкатывается. Полетел, слушай, хороший сноубол на четверых. В итоге по всем информацию дал. Да, Тускар погибает, конечно, но ультимейт прожимает Нефрит. Нефрит забирает сюда Гунара. Также Хаски можно, сейчас будет бим. Можно догонять. Квапа прыжок какой-то. Ну, видит Квапа. Хочет Энигму, похоже, взять. А всех попробует подцепить. Разбираются с Хаски без проблем. Что дальше по Энигме? Энигму цепили, телепорт. И просто нет, улетает на ТП. Стану. Но отсутствие Юла все-таки сказывается. Ocean. ТП жмет, но тоже улетит. И никто здесь ничего ему не сделает. Но в любом случае, да, минус 3, плюс Аегис, плюс сейчас Тауэр Т2. Можно, в принципе, и на ХГ пробовать зайти. Хотя у Энигмы сейчас будет блэкхол, и не хотелось бы, наверное. Там откаты слишком маленькие, уже 8 секунд, и все появятся. Поэтому Т2 бы хотя бы сломать, а там уже подумаем. Т2 ломается. И теперь остается мид, нижняя сторона. Можно двигаться. Но нужно не отпускать, нужно продолжать давление, при том делать это вместе, потому что у вас есть фаст мега, и нужно этим пользоваться. Конечно. В любой драке 5 на 5 вы будете в преимуществе, если только, конечно, вы не получите блэкхол там по пятерым. Ну, я думаю, ребята постараются, чтобы такого не допустить. Ну, либо сейчас попытаются дождаться ультимейта от волны, как только он откатит. Ну, там минута времени, в принципе, можно просто идти уже в этом моменте. Кстати, баунти руны забираются. Будет ли кто прыгать на ушном? Вот он, врыв! Здесь же! Аварус панч! Увели. Энигму сейчас будет блэкхол и зацепили Квапук. Но есть подсейв, нет, прячет просто есть песня Энигму. Гунар пытается кого-то зацепить, но в итоге получает кортик в спину, начинает ему наваливать Малджоу. Малджоу подставляться здесь ни в коем случае нельзя. Хорош, забирает его. Энигма пытается там в ужасе убежать. Вместе на пару с Рикимару будут сейчас деревья. Чусван может закрыть Энигму. Да, правильное решение. У него нет топорика, она выйти отсюда никак не сможет. Ее тоже под контролем. Знает, где сами бой. Просветили. Отлично. Заскринили, засканили. Можно его забирать. Ну, Квапа, конечно, слишком агрессивно. Не знаю, может, он прыгнет, ее заберет. Должны так, закрывать. Что? Ну, какой все-таки мобильный, какой противный персонаж этот Рикимару. Да, и смотри, забирает еще и Шедол Демона. Крипов нет, забрать Т2 не получится, нужно отходить. Отомстили. Вот такое, за ним бегать. Но зато есть плюс стаки для Нефрита. Нефрит очень много сейчас получил с этой драки. Угу. У него уже почти манта. Яша к нему летит. Все под контролем по-прежнему. И преимущество только увеличивается для команды Немига. Поэтому пока все здорово. Ну, на хайграунд зайти будет тоже проблематично против Энигмы. А, кстати говоря, да, Энигма после блэкхола погибла. То есть блэкхола сейчас не будет там 160 секунд еще плюсом. Можно воспользоваться. А вроде еще где-нибудь подраться. Вот, наверное, курьера подрезали шардами. Шардами. Отлично. Тут же сайленс, врыв. Ну, попытается в ответку что-то сделать Оушен. Может только Тускара законтролить. Ульт никуда в итоге. И все уходят. Первин вышел. И еще не хороший фраг. Выход в Т2 в мидлинии. Здесь крипов подвели. Есть оранжевый. Продолжает давление. Ну, КП Егис, поэтому он так и нагло играет. Запрыгивает хоть куда. У него есть инвиз в банке. Два падают без проблем. Может быть и на ХГ такими темпами? Ну, 4 секунды, да не... Да. Но знает, что нет блэкхола, поэтому это, по идее, вариант зайти сейчас. Да, вот такое бывает. Стрелы, конечно, здорово справляются с такой армией крипов. Но в итоге не стали подниматься на хайграунд и решили также... Там есть еще внешка. Нужно этот, еще да. Снизу Т2 забрать. Тут уже начинает пытаться Квапа толкать линию. В этот момент Фурион толкает поверху. Кин оф Пейн, кстати говоря, что там собирает? Понятно, линку себе, что ли? Ну и что, дальше выход. Сами бой. Пытается нафармить. Хотел он выйти в монтастайл, в итоге дошел таким. В 22 минуте. Или был торн. Ну, не знаю, пойдут ли на ХГ. Знают, что блэкхола нет, это точно. И не будет его еще секунд 60, наверное. О, нет, 16. Что я погорячился. Ну, в принципе, можно потерпеть. Опа. Там убивают. Ну, есть Аегис, поэтому так нагло играет Квапа. Но если она там сейчас погибнет,
даже учитывая, что у него есть Аегис. Это может быть блэкхол. И вот секунда на секунду блэкхол появится. Смокскрин по пауте не может. Блэкхол хороший по Клопе и по Тускару. Вот доигрались. Ну, в это время Луна вроде же там пушила, да, но продолжать тоже не стали. Опять же, далеко, ну, зашли. Далеко, ну зачем так далеко запрыгивать? Да, понятно, ты хочешь там типа быстро забрать Энигму. Мол, сейчас ворвусь, заберу, и в итоге мы просто закончим прямо здесь сейчас. Но ты же понимаешь, что рядом стоит Венга, которая всегда свапнет. Пресс оф атак там имеется. Ну, типа, забрать быстро Энигму не получится. Не такой уж тонкий персонаж. Это верно. Не рассчитали свои силы в этом вопросе и были наказаны. Но теперь посидят, подумают. Тем не менее, Мьёльнир, мы видим, уже появляется у Фуриона. Спокойненько продолжит фармить дальше. Сейчас надо восстанавливать свои силы и идти опять на ХГ давить. Блэкхола нет теперь. Бояться, в принципе, нечего. Это да. Опять же, знает от Блэкхола до Блэкхола. Пока нужно сидеть и думать, что делать. Смоук, возможно, нажмут и попробуют кого-нибудь отыскать. Да, так и есть. Ну, это должно быть прочитано, по идее, командой Warzumers. Ну что, Клопа прыгнет. Теперь уже прыгать-то не хочется, как бы, а Аегиса нет. Там есть Тускар, который... Опа, заметили Энигму еще. А, пытается Гурнара поймать. Правильное решение. Он там, конечно, врубает возвратку. Есть дуэль, это плюс дуэль для него. Но в любом случае он погибает после этого. Есть ли у него байбек? Байбек имеется. Вроде как есть, да. Но теперь идут крипы и... Все-таки хотят они эту нижнюю линию сломать. Так это, ну, все шансы для этого есть. Я так понимаю, глиф все еще имеется. Глиф не прожимали тогда. Нужно Шедал Демону там делать из своей луны, наверное, иллюзий. Пытаются убить Соник Вейв. Подсейв отличный, подсейвили. Кого там подсейвили? Подсейвили Фуриона, но в любом случае его заберут. Правда, поседает Рикимар, подставляется под ультимейт от луны. У Рикимара тоже имеется байбек, свап непонятно какой. И погибает также Венга. Но оба с байбеками. Не отступают парни. Там луна подтягивается. Лифа и... уже нет. И сейчас луна будет разносить базу. Все. Добрались. В общем-то. Подходит только, сразу отхватывает. Вынужден отступать. Ну все, эту линию отдали. Может спокойно отойти, восстановиться, дождаться Фуриона. Он прилетит и попробует зайти еще раз. А к тому моменту, глядишь, и Аегис появится. С сыром. Да, вот на Линкин Сфера, рецепт, и сейчас доберется до арба. Ну, все. С линкой в разы приятнее, то есть какую-то уже рандомную дуэль не словишь. Дуэль, печать, да, избежать вот этого всего. Всегда приятно. И вот вопрос, будут ли давить, либо ждать Рошана? Скорее всего, все-таки будут Рошана ждать. Спешить некуда, 26-я минута пока еще тут. Время есть. Может, могут купить для Chosen One, прыжок, а, дуэль, обратка. Не нашел. Ведь видел, что врывается на него. Но подошел Shadow Dem. Отлично, ультимейт. Контринциация. Но тут Black Hole. Но Клопа как грамотно прыгнула. Ее Black Hole не задевает. И сейчас погибнут все. И можно идти на хайграунд, наверное. Наверное, да. Прыгают также заочно. Может, погибает. Манки с Forever Dead куда-то уйдет. Вот здесь находят. И минус 3 без байбеков. А это значит, что вполне себе вероятно. Байбеков Сафурион. И идут давить. Идут давить хайграунд. Байбеков нет никаких. Минуту времени до Легион Командер, 40-30 секунд для остальных героев. Минута времени для Луны это слишком много. На 3 базы. Там вроде бы Рошан появился, но зачем? Да зачем он? Не нужен абсолютно. Shadow Demon сейчас должен не стесняться делать из нефрита иллюзии и всю базу разносить. Спокойно, уверенно заканчивается. Да, нет глифа, но, наверное, не знаю, на вторую сторону хватит ли бензина. Должно, по идее, хватить. Black Hole сколько еще отсутствует? Его же потратили. Black Hole да, нет, да. Поэтому. Black Hole нет и не будет. Ломаются. Мега крипы, да? 28 минут. Ну, подожди, еще не факт. Там через 15 минут. Ну, давай подождем. Появится герой, он не пытается что-то сделать. Но сейчас ворваться можно, просто уничтожить. В итоге врыв на Фуриона. Пошла драка, ультимейт подрубается луной. Прячется пока что Рикимару, но он погибнет здесь. И можно добивать всех, можно писать good game, я не знаю, чего ждут. Хороший ультимейт, как же круто, все красные нужно добивать, эти таргеты свапает, куда свапает, непонятно. Monkeys Forever как-то там чудом спасается, Blink, но нужно писать GG. Ничего ты уже здесь не сделаешь, ничего не попишешь. GG. Ну что ж, поиграли ребята из Forzumers, но этого не хватает. Это Legion Commander, посмотри, как отчаянно прыгнуло, но
Это не помогло. Поздравляем Немига. Очередная уверенная победа. 2-0. Молодцы. Молодцы. Ну, опять отдали всех персонажей, которыми, о которых только можно мечтать. И Shadow Demon, и Луна, и Квапа, и тут Фурион метовый. Ну, все, что можно. Вот она, говорят. Мы сейчас возьмем свою Энигмочку. Но эта игра, ну, смотрелась, по крайней мере, более-менее, да? То есть, если... Поровнее, бы, чем... Да, больше. Если бы, мне кажется, не выбор Гунара на мид... Легион командером, то есть, ну к чему это вообще? Мы этого не узнаем, только Гунар знает. То есть, ну, я не знаю, он ничего не сделал, по сути, в этой игре. Конечно, он там, ну, имеет 2 на 6, там какое-то количество дуэлей, но если бы это был тот же самый Пак, например, да, который бы прыгал на Квапу, там, давал ей Сайленс, Дрим Койл, и какой-то урон стартовый у них бы был в начале, за счет чего можно было драки в начале выигрывать. Но этого ничего не было. Это верно. В итоге ребята вот и подвезли к тому, что их опять же за 20, ну, на 2 минуты подольше их выносили, но тем не менее уже... Ну, это прогресс уже. Прогресс. То есть следующая катка уже мы на 30 будем рассчитывать. Да. Но, опять же, не будем забывать, что парни играют с Америки. Это пинг определенно. Важно. То есть на европейских серверах, поэтому не нужно какого-то чересчур хейта. Парни постарались, взяли своих любимых героев. Ну, не пошло, не пошло, ничего страшного. Немига в хорошей форме сейчас. Читаемые 2-0 от них, в принципе. Правильные были букмекеры, что давали такой коэффициент. И Немига это доказало, естественно. Вы же, дорогие друзья, не забывайте, что от нашего генерального партнера VulcanBet, партнера этого турнира, проходят сейчас крутейшие розыгрыши и будет идти на протяжении всего турнира. Там разыгрываются и скины на КС, и арканы, и клавиатуры, и мышки, и все топовое, механическое, с подсветкой, как вы любите. Главное, кликайте на баннер по трансляции, читайте условия, выполняйте их, и, возможно, приз достанется именно тебе, мой дорогой друг. Мы же с вами на сегодня будем прощаться. Для вас работали Double D и Злоба. И, в общем-то, услышимся на следующих трансляциях, которые будут проходить на этом канале. Так что не забывайте его фоловить, подписываться на социальные сети в описании и на социальные сети комментаторов, чтобы следить за всеми обновлениями, которые мы для вас делаем. Ну, а на сегодня действительно все. Спасибо вам за просмотр и пока-пока. VulcanBet. Esport эмоции каждый день. Зрелищные трансляции. Лава турниров. Взрывные коэффициенты. Горячие бонусы. Быстрые выплаты. Играй, смотри, ставь с огнем. Where do I go?